Ребят, сегодня я покажу вам драйв. Сначала покажу, как он в принципе работает. Вот условно, я правша, я люблю хватать левую руку из соперника, провожать ее к своей правой подмышке, правой рукой хватать его трицепс, продергивать и уже забирать спину, остается делать это. Техника очень простая, она накидывается очень просто. Вот так, вот так, можно это прям как дрил вырабатывать. Это все просто. Я это применяю в своей технике при работе в открытом драйве. То есть вы здесь работаете, меня сорвало захваты. Очень часто бывает, что мне получается выйти сюда. Конечно, можно здесь рассмотреть другие свипы, но зачастую я ловлю себя на мысли, что я могу сделать вот так. То же самое. Вот мы здесь. Если он держит штаны, разумеется, мне придется все срывать, приходить сюда. То есть вот. Раз. Два. Три. Просто я этот рукав тяну к себе, передаю и иду туда. Еще раз посмотрите, техника очень простая. Вот, если просто в ноги. Раз, два, три. Все по шагу. Здесь иди. Сюда. Вот сидим.